Ребята, всем привет! Это How to Tel Aviv. Tel Aviv — это один из самых зрелищных базовых трюков на велосипеде, и он открывает невероятную кучу возможностей, кучу комбинаций, но при этом трюк — один из самых технически сложных базовых трюков, так что придется поднапрячься. Что, в принципе, из себя представляет Tel Aviv и как он должен выглядеть? Вы вылетаете с трамплина, снимаете ведущую ногу, толкаете задней ногой раму, подхватываете кручение рамы руками, прокручиваете раму и меняете положение ног. Ведущей ногой нужно заранее ловить раму до того, как она сделает полный оборот, примерно после 270 градусов. Ловим либо в шатун, либо в педаль. В шатун это сделать намного легче. И как вы поймали ведущей ногой, нужно сразу же захлопнуть задней. И приземляемся. Потихонечку переходим к изучению самого трюка. Во-первых, я советую вам учить Tel Aviv именно с вылета, не с подката и не с банихопа, потому что именно в полете вы можете почувствовать правильное кручение, научиться правильно его ловить, принимать, запускать. Сделать это с банихопа или с подката очень сложно. У вас, скорее всего, получится кривой вип, вы будете просто впуливать туда ноги, плюхаться на велосипед. Так что обязательно учите Tel Aviv с вылета. Если у вас в городе нету трамплинов, построить их из земли – это не очень сложно. Мы так с ребятами делали, все круто работало, научились очень много трюков на дертах, так что, ребята, есть нет скейт-парка, строим дерты, не стесняемся. Также обязательно изучайте Tel Aviv в защите, колени, голень и щиколотка. Просто поможет вам делать это более безопасно, вы не будете отбивать ногу и просто катайтесь в защите. Также вам нужно научиться подводящие к Tel Aviv трюки. Это no-foot и это can-can no-foot. Вы научитесь чувствовать велосипед без ног, вы научитесь ставить ноги, вы научитесь их снимать. Так что да, нужно в идеале научиться no-foot, ловить его в воздухе и can-can no-foot. Лучше в две стороны. Переходим к подводящим упражнениям к Tel Aviv. Это кручение велосипеда на спине и кручение на полу и запрыгивание на велосипед. Возможно, тренировки на спине, прокрут Tel Aviv на спине вам покажется бесполезным и ненужным, но по-настоящему в этом очень много общего, и это очень хороший способ понять технику вращения рамы, понять технику закрута, ловли. Так что, да, советую вам отточить Tel Aviv на спине до идеала, чтобы вы делали много Tel Aviv, чтобы вы делали их быстро. После того, как вы изучите этот метод, будет намного легче перенести это на настоящий трамплин. И, что важно, техника будет правильная. И изменить технику на спине намного легче, чем на вылете. Так, показываю технику. В общем, как я уже говорил, снимаем ведущую ногу, задней толкаем, прокручиваем, меняем ноги, ловим, захлопываем. Очень важно довести это до идеала, делать это быстро и без проблем. Это довольно-таки сложно, но намного легче, чем с вылета. Мне этот метод очень сильно помог. Я до сих пор им пользуюсь. Возможно, именно так я дошел до 5 випов. Как-то раз в Казани была зима, было совершенно негде кататься. Я лежал дома на спине и накручивал тейл-випы, барспины, ноу-хенды. И, ребята, по-настоящему положение очень похоже на то, что на вылете, на то, что в воздухе. Так что, да, дерзайте, доведите эту штуку до идеала, и у вас будет хороший вип. И также вы быстро научитесь дабл и, возможно, трипл вип. Спина — это круто. Второе подводящее упражнение, которое вы должны довести до идеала, это прокрут рамы руками и запрыг на нее. Велосипед находится сбоку от вас, со стороны задней ноги. Берете руль. Вам нужно научиться крутить велосипед, и чтобы он останавливался около вас, когда у вас это будет хорошо получаться. И смотрите, велосипед должен крутиться практически параллельно земле. То есть не вот так вот, не вот так вот, а именно вот здесь. И после этого ставим педальки ровно. И вам нужно научиться запрыгивать на велик. Это очень сильно поможет вам на вылете при ловле. В
Очень важно не пренебрегать этими подводящими упражнениями, довести их до идеала, и поверьте мне, вам будет в миллион раз легче сделать это с вылета после того, как вы освоите эти упражнения. Начинаем переносить тейлвип на вылет, на стол. Очень важный совет. Сначала вылетаете, потом закручиваете раму. Также очень важно находиться над велосипедом. Очень многие советуют держать велосипед под собой, но я считаю, что это не совсем правильно. Нужно самому находиться над велосипедом. Это более правильная история, потому что когда ты пытаешься велосипед просто унести вниз, твое тело может находиться в неправильном положении, а руками ты будешь давить велосипед вниз со всей силы. Вот правильнее находиться над велосипедом. Важно крутить велосипед в плоскости параллельной земле. Ни в коем случае ни наверх, ни вниз. Просто вот параллельно земле. Когда вы перешли к изучению тейлвипа уже на вылет, когда вы начинаете правильно научиться выпрыгивать, закручивать раму и приземляться рядом с ней. Научиться правильно ее закручивать и правильно ее прокручивать руками, без ловли велосипеда. Грубо говоря, это первая составляющая тейлвипа. Вторую составляющую тейлвипа вы уже научились запрыгивать. Сейчас вам нужно научиться вылетать и закручивать велосипед. Приземляйтесь рядом с велосипедом. Очень важно соблюдать правильную плоскость тейлвипа, чтобы он прокручивался параллельно земле. Сейчас покажу. Небольшая скорость. То есть вы вылетаете, закручиваете раму, она приземляется рядом с вами, но вы специально ее не ловите. После того, как вы будете чувствовать, как раму закручивать, как ее крутить руками, уже приступаете к попыткам поймать раму, ставите сначала ведущую ногу и задней просто захлопываете велосипед. Как-нибудь сначала. Потом потихонечку вы поймете, куда ее ставить, как ее плавнее ставить. Но изначально, как только поставили ведущую ногу, задней просто захлопываете. И все, в принципе, у вас должен получиться тейлвип. Не так сложно, как казалось бы. Итак, подведем итоги. Что вам нужно, чтобы научиться тейлвип? Нужен вылет, нужен велосипед, нужна защита. Нужно научиться подводящим упражнениям, крутить велосипед на спине технически правильно, отпускать ногу, толкать, продолжать кручение руками, ловить, захлопывать ноги. Также на земле нужно научиться крутить велосипед руками и запрыгивать на велосипед. После этого переносим на вылет, и 1000 попыток, и у вас все получается. Очень надеюсь, что это хау-ту было вам полезно. Я уверен, что следуя всем моим советам, у вас это все быстро получится, и вы будете накручивать тейлвипы лучше, чем я. Вам удачи, респект. Всем пока. Если в итоге благодаря этому хау-ту у вас получилось научиться этому замечательному трюку тейлвип, отмечайте меня, пишите мне. Мне будет очень приятно видеть, что это было полезно, что мои знания кому-то понадобились. Я обязательно это посмотрю, порадуюсь за вас и буду счастлив так же сильно, как и вы.